Многоквартирный дом по адресу Гоголя, 14 попал в губернаторскую программу «Мой подъезд». Заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Акуличев лично проверил ход ремонтных работ и узнал мнение жителей. «Мой подъезд» – это губернаторская программа, которая уже на протяжении многих лет действует в Московской области. Соответственно, эти подъезды по программе «Мой подъезд» сейчас ремонтирует подрядная организация. Ремонт уже подходит к завершению. В доме покрасили стены, заменили плитку на первом этаже и убрали в короба провода. Программа «Мой подъезд» стартовала в Подмосковье в 2017 году. Ее главная цель – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд красивым, удобным и комфортным для проживания.